Всем привет! Вы на канале Сурсура. Сегодня я отвечу на самые часто задаваемые вопросы по игре. Надеюсь, вам будет интересно. Также в конце видео я расскажу вам о розыгрыше, поэтому смотрите до конца. Теперь начнем с первого вопроса. Что такое вклады в клане? Действие довольно просто. Вклад – это пожертвование своей валюты для прокачки уровня клана, спа и дерева. Вы сами выбираете, какую валюту хотите вложить, от этого будет зависеть ваши очки вклада. Именно поэтому во многих кланах пишут, сколько вкладов в неделю в развитии клана от вас требуется. Что такое благословение? Это ивент для команды, он проходит 20:00 по московскому времени. Здесь должны собраться игроки с команды и танцевать с хранителем 15 минут, чтобы получить специальные награды. Также после сбора всех наград сейчас можно получить специальное яйцо, где можно выбрать понравившееся вам. Что такое виц? Это вид энергии, с помощью которой вы можете получить золотой звездный песок и алмазный песок. Также вицы нужны для получения награды со звездного босса. Вицы выдаются бесплатно с 2 часов до 4, а также с 6 до 8, в размере 50 штук. Время восстановления виц – 1 штука в 10 минут. Почему я не получаю награду со звездного босса и песок? Скорее всего, вы просто выключили трату виц. Проверить это очень просто. Зайдите в комнату звездного босса или обычную и посмотрите в правую часть экрана. Если у вас не нажата кнопка, то вы не будете тратить виц и не будете получать награду, и наоборот. Почему у меня не видно крылья, эффекты и титулы? Вы выключили видимость эффектов. Посмотрите на лампочку рядом с игровым чатом. Если лампочка перечеркнута, то вы их отключили. Почему нет звука в игре? С этим сталкивается немного игроков, и обычно это связано с устройством. Но бывает так, что вы просто по незнанию отключили его в игре. Проверить это можно через настройки в профиле. Первый ползунок отвечает за громкость звука в игре. С кем останется ребенок? Ребенок останется с тем, у кого близости больше. Если у двоих детей больше близости с вами, то остается только один, тот, у кого больше близости. В паре не может быть больше двух детей. Также с ребенком вы можете взаимодействовать только в паре, но не обязательно играть в свадьбу. Что такое мертензия? Это головоломка в Японии, туда вы можете попасть с помощью мирового турне. Здесь вам нужно собрать все части головоломки у мертензии у НПС «Северный олень». После сбора всей головоломки вы получите наряд мертензия. Части головоломки вы получаете с оленя Нара, вам всего лишь нужно поиграть с ними или покормить. Как прокачать эльфа? Для начала вам нужно его поймать в городе эльфов или получить его через специальное событие. Советую вам ловить эльфа в специальное время, когда они выходят погулять. В городе их будет много и будет проще насобирать осколки на нужного вам эльфа. Если у вас есть эльф, который вы хотите прокачать, то вам нужно для начала повысить его уровень с помощью кристаллов. Первая эволюция требует 10 уровень. Для получения 2 звезд у эльфа вам понадобится скормить его 3 других, абсолютно любых эльфов с первой звездой. Для повышения до 3 уровня вам понадобится 1 эльф, который вы хотите эволюционировать 20 уровня, и 3 эльфа с 2 звездами. Здесь также подойдут любые, и скормить их вам нужному эльфу. Все довольно просто. Как получить монеты эльфов для фонтана желаний? Голубые монеты вы можете получить бесплатно раз в неделю. Также вы можете купить их за алмазы и получить во время различных ивентов. Надеюсь, данное видео помогло многим игрокам. Также вы можете оставлять свои вопросы в комментариях, и я попробую также на них ответить. Возможно, сделаю тоже небольшую подборку и сделаю видео об этом. Ну а теперь пришло время розыгрыша. Разыгрываю я 3 коробки Лиси Рот. Всего будет победителя 3. Каждый из победителей получит по 1 коробке. Как участвовать в розыгрыше? Все очень просто. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и оставьте ID в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.